4 года, Вандерлей моложе на 5 лет. В принципе, по остальным показателям они примерно одинаковые. Құрметті ханымдар мен мырзалар, найза 57 турнира бұл co-main event. Сіздер дайын болсаңыздар, біз бастаймыз! Ladies and gentlemen, this is co-main event of the evening. It's in the featherweight division. Introducing, fighting out of the blue corner. His professional record 16 wins, 7 losses. Stands 170 centimeters tall. He weighs 65.8 kilograms. Fighting out of São Paulo, Brazil. Please welcome Wanderlei Rosa Ferreira Lewandowski. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. His professional record 15 wins, 7 losses. Stands 168 centimeters tall. His weight 65.8 kilograms. Fighting out of Алматы, Қазақстан. Ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Жұбан Арлан Жұмабеков. Рефери Ахтева Скербайла. Мені мұқияттындаймыз. Топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіндер, ережені бұзбаймыз. Қол алсамыз, бұрыштарымызға сәттілік. И начинается со главное событие нашего вечера. Единоборств. Да, Жуман Жумабеков. Жуман прямо рвется в бой. Да, очень-очень заряженный. Жуман, было видно по выходу его. Все, клетка закрыта, остался сигнал сирены. И вот и он. Начинается первый раунд. Да, начинается первый раунд. Я думаю, что будет очень интересно. Причем ты успел с Вандерлеем тоже поработать. Рассказывал мне, что у него очень сильное бразильское джиу-джитсу. Да, хороший уровень партера. Но Жума начинает в стойке левши. Но кстати, пока что... Жуман один из немногих, да, таких спортсменов у нас даже в Казахстане, который работает в двух стойках. Да, да. Ой, слушай, размахайки такие непростые от Вандерлея, тяжелые, причем прям просвистели над головой у Жумана. И пока что я думаю, что Жуман сам понимает, что против него парень с тяжелыми руками. Лоу-кик от Вандерлея, тоже меняет он, кстати, стойку. Да, два амбидекстера встретились. Я думаю, Жума сейчас что-то готовит. Но нужно быть осторожным. Ой, слушай, сильный. Хайкик попадает по Жуману. Еще и потом удар в корпус. Прям Вандерлей заряженный. Еще один хороший лоу-кик. Прям выбивает ногу из-под Жумана. Жесткий удар рукой, потом жесткий удар по корпусу. Жуману пока что тяжело. Да, отвечает лоу-киком Жуман. Таким кавкиком правый, боковой, неплохой в исполнении Жумана. Двигается на челночке. Нужно находить, да, вот эти вот моменты именно для себя. Пропускает обратную двойку. Ох, и хороший правый, такой острый на скорости. Да, пока что прям непонятная картина боя. Ребята, ну, прям видно, что очень конкурентны. Ой, сильный, сильный мидл-кик. А, нет, это удар по паху, похоже, был. Удар в пах. Сейчас посмотрим повтор. Но я не думаю, что Жуман будет придумывать что-то. Наверное, нет, да. Нет, был это удар Жуман по паху, не из таких не бойцов. Жуман. Сейчас увидим. Скорее всего, на отходе как-то, да? Ох, да, плотно, это чистый, да, был так. Удар в пах. И сам Вандерлей понял, что попал туда. У Жумана сейчас есть 5 минут. Зрители прям сильно недовольны тем, что произошло. Извиняется Вандерлей. Жуману главное не спешить, полностью восстановиться, потому что соперник у него серьезный. Соперник обладает действительно разрушительной силой в своих руках. И есть, мне кажется, вероятность, что мы и Парта тоже увидим в этом бою. Делают устное предупреждение Вандерлею, но я не думаю, что он намеренно это сделал. Скорее, да, был такой на подъеме удар. Ну вот, начинается у нас, продолжается у нас бой. 3 минуты остается до конца первого раунда. И в челноке работает Жуман. Да, хороший удар, хороший по корпусу с руки. И отвечает мидл-киком Вандерлей. Да, Жума перестроился уже по бою, понял, что в правше стойки, да, более удачно у него получаются атаки. Еще правый боковой такой свинг, да, был.
в исполнении Жуманова. Прошел в блок, правда, но плотно. Теперь по корпусу отвечает Вандерлей, но не вкладывался он в этот удар. Просто, наверное, такой отвлекающий больше. Ой, хорошая двойка была такая. Причем обратная двойка. Да, ручная скорость у Жумана очень хорошая, да, и техника. Хотя Жуман является базовым, да. Борцом. Борцом. Казаш-Акурес базовый его вид спорта. Да, Вандерлей выбивает ему ногу. И вот как раз в прошлом своем, позапрошлом своем бою, как раз проблема... Ой-ой-ой, капуэра прям такая красивая была вертушка. В прошлом своем бою как раз очень большой урон понес Жуман из-за того, что ему разбили ноги. Боксеры, как говорится, ноги кормят. Да, наверное. Ну и... Взрывается Вандерлей. От Вандерлея. Слушай, пока что для Вандерлея прям бой хорошо складывается. Вот все, кто думали, что бразилов привозят на убой, нет, такого здесь нету. Жуман спрашивает, попал ли в пах. Джентльменское такое, да? Отношение проявил. Пожали руки, дальше идет... Нерв все равно присутствует сейчас. Да, я вот тоже не знаю, что будет дальше. Ой, хорошие два удара от Вандерлея. Жуман, мне кажется, тоже ждет, когда можно будет разрядиться, но нельзя застаиваться с Вандерлеем. У него тяжесть есть в руках. Лоу-кик еще раз в исполнении Вандерлея. Я думаю, Жуману нужно, да, блокировать. Ой, хороший апперкот был. Такой, да, боксерская серия. Правый снизу, левый боковой. Еще. Да, такая заруба. И вот первый перевод в партер. Вандерлей, оказывается, сразу же в маунте. Очень опасная для Жумана позиция. Надо срочно что-то делать. Нельзя в черным поясом оставаться внизу, а что и в маунте. Да, тут и начинается работа от Вандерлея. Вот да, Вандерлей под локоть как будто пытается вывести Жумана. Жуман пытается вылезти и отдает спину. Да, и выходит Жуман. Жуман оказывается сам теперь сверху. И бой продолжается в стойке. Так, что произошло? У Жумана капа выпала. Сейчас. Да, даже я не заметил. Ставили ее, да. Бой продолжается. Хорошо вышел Жуман. 30 секунд до конца боя. И вот очень опасную ситуацию для себя Жуман смог нейтрализовать. И продолжает работать в стойке. Да, идет за нокаутом. Смог встать, да, и навязывает теперь свой бой, да. Еще одна попытка прохода, но она была такая фейковая. Больше хотел после прохода накинуть удар. Но Жуман, видимо, это все видел. Ой, левый боковой. Хорошо, что рука у Жумана приклеена к подбородку, иначе сейчас можно было очень тяжелый удар пропустить. Раздергивает Жуман. Ох, и сам попытка прохода Жумана. В конце сделать проход. Партери, что он умеет защищаться, да, умеет бороться. В конце даже пытался сам тейкдаун осуществить. По ударам сейчас нам показывают статистику. И, конечно, по ударам прям впереди. Вот, знаешь, было незаметно, но сейчас почти... Статистика в полтора раза статистика перебивает показывает, да, что... Вандерлей Жумана. Стойки чуть-чуть доперебил. Вот. Второй раунд. Я думаю... Вандерлей, наверное, чуть-чуть подзабился. Да, Вандерлей в стиле Майка Тайсона пытается показывать какой-то пикап-бокс. Да. Но и не так это все поменял выглядит. Стойку. Да, раздергивает Жумана. Но мне кажется, Жумана сложно вот таким вот вывести из себя. Да, Жуман уже давным-давно увлекается боксом. И встречался с боксерами разного, да, класса. И боксирует, и тренируется с боксерами разного класса. Я думаю, удивить его именно боксом очень тяжело. И сейчас красиво ушел от лоу-кика Жуман. Да, второй лоу-кик в пах. И знаешь, я думаю, Вандерлея. Что, не знаю, заберут сейчас балл у Вандерлея или нет. Но в случае, если будет третий удар, то 100%. Потому что, ну, не гоже. Да, и нам... Он задел, мне кажется, пальцами пах. Да, возможно. Но видно уже и покраснение тоже на ноге у Жумана. Видно, что у Жумана есть сечка небольшая на носу, с нее течет кровь, не критичная. Вот знаешь еще, конечно, насколько крепко сбит Вандерлей, прям такой кубик. Да, и такие мышцы нужно питать воздухом. Насколько хватит функционала, это вот, ну, вопрос, который решит только если бой пройдет все три раунда. Ну вот, Жуман снова продолжает бой. Вандерлей пытается побежать в борьбу и при этом успел выкинуть апперкот, который на самом деле цепанул. Вкладывается в каждый удар. Только Вандерлей необычный креативный, да, а-ля Лобов. Да, молоточек от Лобова.
Жуман пытается джебами обстреливать соперника своего. Но пока не попадает. Да, вот Вандерлей пытается что-то интересное придумывать. Да, очень нестандартный. Очень нестандартный. А да, успели такое с ним стойки поработать? Ой-ой-ой-ой, ну здесь подсказывается забрал, Жуман. Забирает сразу спину. Воспользовался Вандерлей. Забирает спину. И вот перевод. Посадка. Да, такой, да, необычный перевод. Жуман сразу же встает. Да, пытается выйти. Пытается выйти. Ну вот. Ой, слушай, молодец, молодец, Жуман. Да, хорошо защитился. Вышел с этой патовой ситуации. Да, черный пояс черным поясом, но вон в ММА никто не отменял. Да. И в ММА подбивает свое БЖЖ. Жуман, и вот, конечно же, с ногами есть у Жумана уже, видно, проблемы, потому что есть покраснение. Не первый бой, где у Жумана действительно выбивают из-под ног. О, хорошая да, серия. Все в защиту ушло. Надо Жуману что-то придумывать, потому что... Да, пытаться блокировать эти лоу-кики как-то, да. Вот это вот нестандартность Вандерлея, да. И на самом деле, слушай, да, темп большой у Вандерлея, много ударов, плотность ударов большая. О, хай-кик в блок. Исполнение Вандерлея. Ой, Жума пытается достать апперкотом своего соперника. Да, джеб прошел. Слушай, вот да, по-моему, это первый удар, который хорошо прошел у Жумана. Вандерлей его почувствовал. Я вижу, что у Вандерлея тоже, по-моему, есть покраснение. Да, даже да, лице. Рассечение вроде имеется, да? Да, и вот вроде бы Жуман нащупал свое. И хороший такой размен был, да, сейчас? Главное, на руках, конечно, Жуману не заиграться, потому что он нащупал свой темп. Хороший удар. Ой, и вот теперь хорошая Вандерлей серия от Вандерлея. Жуман, думаю, сейчас будет искать ответ. Очень конкурентное противостояние. О, хорошая серия по корпусу. Да, может быть, нужно было чуть пораньше начинать по корпусу работать Жуману. Ой-ой-ой. Еще сам один лоу-кик, да, да. Ну, скользь зацепил лоу-киком. Да, 100%. У Жумана нога красная. Ему сейчас будет точно непросто. Остается 1,5 минуты до окончания второго раунда. И все еще нерв остается, что правый прямой в исполнении. Что-то интересное зазывает, да, он к себе на рубку Жумана. И главное Жуману, конечно, не расфокусироваться, потому что, ну, я думаю, Вандерлей только этого и ждет. Немножко застаиваться стали оба спортсмена, но при этом Жуман постоянно выкидывает какие-то удары, многое попадает в защиту, а Вандерлей опять вот включает пикапу, бокс какой-то. Да, вкладывается в каждый удар, и видно этот удар, да. Но видно, как и задышал на самом деле. Ой, хороший мидл-кик. Ой-ой-ой, супермен панч такой был. И сразу же после него лоу-кик. Жуману тяжело приходится, надо что-то придумывать. Да, поменял стойку Вандерлей. Такой, да, скачковый левый боковой. Да, на скачке удар от Вандерлея. Обмен ударами, джеб на джеб. Попытался пробить апперкот, и если бы сейчас попал, я думаю, что много урона смог нанести Жуман, но Вандерлей тоже не прекращает накидывать удары. Хороший удар по печени от Жумана, да, такой? Слушай, да, и вот уже такой броу-файт начинается в открытую. Ребята уже чуть опустили руки, начали накидывать удары. Сейчас, наверное, подскажу, сюда больше Вандерлей, хотя вот после этого двойку прям пропустил. Да, да. Вроде и на... Хороший спиннинг-бэк-элбоу. И сейчас, мне кажется, прям локоть прошел тоже, потому что качнуло Вандерлея. Обоим парням очень тяжело. И здесь уже в третьем раунде, наверное, решит, ну, у кого там больше бойцовский дух и у кого хай-кик больше осталось воздуха. Да, Жуман показал, что и ногами может бить. Неравный, плотный бой. Мы наблюдаем сейчас. Да, я пока напомню вам быстро еще про другие площадки. Спорт Плюс – это партнер нашего промоушена. Вы можете на нем смотреть трансляции на изыске других ММА-промоушенов. Видно, видно, как заряжены оба спортсмена. И как заряжена публика от такого боя. BTV – это видеосервис для всех любителей спорта. Смотрите ММА, бокс, футбол, хоккей, теннис, баскетбол и другие виды единоборств. Всего за 49 тенге в день, 7 дней бесплатно. Ох, и вот сейчас, пока ты говорил, мы увидели размер именно в стойке. А мы его видим на протяжении всего боя. На Нет, самом деле, ребята, такой вот, прям без разведки обычно. У нас же во второй половине раунда была такая заруба, удар. А сейчас сразу Жумана началось все. Вроде нашел темп свой Жуман. Хороший лоу-кик, исполнение Вандерлея.
Вандерлей. Ох, Вандерлей наносит удар и начинает проводить добивание. Выходит на гильотину. Да, но мы видели, как Жуман хорошо защищался в этом бою от борьбы, но при этом он пропустил удар, и сейчас, нужно пытаться встать. Слушай, да, уже пытается от себя оттолкнуть Жуман Вандерлей Левандовский, очень тяжело ему, мы видим. Да, терпит Жуман, максимально показывает, что все нормально. Что дышать он может, а Вандерлей улучшает для себя позицию. Жуман вылезает. Ох, Жуман лазит. И сам производит перевод. Вандерлей все еще держит шею своего соперника, закрывает гард, очень опасно отсюда. Проводит гильотину. Нужно Жуману вытаскивать шею, потому что это очень опасная для него позиция. Плотный захват, без руки. Заснул Жуман. Ох, очень хороший бой, но вы сами все видели. Жуман заснул немножко, не хватило ему. Это ММА. Это ММА, такое бывает. Да. За это мы и любим ММА. Жуман Жумабеков, 34 года, показывает такой высокий уровень. А Вандерлей уже в двух казахстанских лигах топовых показывает свой уровень. Я думаю, что сейчас он показывал знак, что хочет подраться за титул. И честно один тебе момент, скажу, один вот этот вот момент, микро, да? Dear ladies and gentlemen, referee Ахтлев Эскербайл, hold this in 1 minute 46 seconds of round number 3. Winner by submission, fighter of the blue corner, Вандерлей Роза Феррейра Левандовски! Mano, bora pra precisar falar. Nem vou precisar falar pro inglês, que delícia. Fala português comigo. Let's go. Bora lá. Вандерлей, поздравляем тебя с победой. Ты победил сегодня легенду казахстанского ММА Жумана Жумабекова. Расскажи, какие эмоции? Explica-me sobre tua emocionante. Pô, eu tô muito satisfeito com o resultado que eu tive hoje. Quem me assistiu na minha luta anterior, não vou comentar muito sobre ela, mas quem assistiu, nossa, eu não consegui fazer metade do que eu fiz aqui hoje. E hoje eu pude mostrar um grande show pra vocês, o grande atleta que eu sou. Я очень эмоционален сегодня, потому что я показал лучший свой перформанс за сегодняшний день. Я не ожидал от себя такого выступления. Я буду дальше продолжать также радовать публику. И eu queria agradecer muito a vocês que vieram assistir Alga Kazakhstan. Спасибо большое. Я благодарю всех, кто здесь присутствует. Алга, Казахстан, Казах ели, алга. Vocês me receberam com muito carinho e eu espero ter oferecido o mínimo que eu podia oferecer para vocês aqui, um grande show. Я пытался показать для вас самое лучшее выступление, самое лучшее шоу. Вандерлей, что дальше для тебя? Я видел, ты показал жест, что хочешь бой за титул, но здесь находится еще и Елиман Шартаев, это топовый боец Лиги Найза. С кем ты хочешь подраться? Com quem você quer o partido? Pô, eu sou um atleta que luta na categoria de 61 e 66. Eu prefiro lutar de 61, apesar de eu ser grande para a categoria, eu prefiro lutar de 61. E eu vou amassar quem tiver na frente. Não importa. Pô, obrigado mesmo por vocês terem me recebido aqui de coração, mas eu vou amassar quem tiver pela frente. Я выступаю в своем весе и дальше буду продолжать. Мне все равно, я тот спортсмен, который будет выступать с кем угодно. Выходите, любой, говорит. Сейчас здесь находится Еламан Шартаев. Вот, любой. Ты бой из моих братьев. Он лутал с моим амигом сейчас, с моим ромом, Али Реза. Seria uma honra para mim lutar com ele também. Eu não faço questão de escolher. Quem me acompanha sabe que eu nunca escolho atletas e eu luto com qualquer um. Я не выбираю кого, но я буду очень рад разделить с ним октагон. Он очень хороший спортсмен и очень хороший атлет. Я очень буду рад снимать, разделить этот октагон. Еламан, ты готов? Альхамдулиллах, иншалла, дайым боламыз. Біріншіден, жеңісімен құттайым енді. Бүгін екі бразилец қазақ бауырымыз өтіп кетті. Біз қазақ қонақ жайлы болғанмен қонағымызды төрге шығарамыз, бірақ басымызға шығармаймыз. Осы найзамды осы жігітке қадағым кеттір. Иншалла, май Fight Nights-пен бірге турнирда. Нұрбек аға, как раз маған бразилистер керек. Найзамды жақсы қадаймын осыларға.
Нурбек, наверное, стоит сделать фейс-ту-фейс. Obrigado, meu time, minha família, que todo mundo me apoiou nesse tempo aqui longe de todo mundo. Meu time, Perfeição Team, peso pesado. Meus patrocinadores. Meu patrocinador, obrigado. Obrigado muito. Castor, valeu de coração. Já já a gente vai fazer o churrasco. Yeah, ардақты Алматы Арена. Жұман, бұл қолдау сен үшін. Барлығымыз үшін Жұман Жұмабеков қазақ ММА-ның бетке ұстар бренді, жанкештіліктің, нағыз батырлық пен өрліктің белгісі, сондықтан Жұман ешқандай мойыма. Дегенмен қысқа ғана сұрағым келіп отыр. Үшінші раундта қандай қателікке бой алдырдың, не жетіспеді? Ассаламу алейкум, Алматы. Негізі, Серік Ноянның орнында мен тұрым керек тұғым бүгін. И солай балдардан интервью алып, бірақ қалжың әрине. Жігіттер, естерінде кетсе, естерінде болса, менің сағымсым, өмірде сағымсым баса, мен алға қарай жүре берем. Жақсы, әдемі жекпе-жек көрсетіп келатқанбыз, бірақ үшінші раундтан кішкентай бұттағы аяқтарын көрмей қалдым, сонымен өтіп кетті. Есімді толығымен жинай алмай, сол мойынға кетіп қалды. Енді ешқандай ақталу жоқ. Мен анам осы өмірге алып келгенде, осы өмірге қараңдар батыр келді деп айтқан болатын бәріне. Сол себепті анамның алдында уәдемде тұрамын, сөзімде тұрамын, соңына дейін барамын. Жігіттер, спортта жеңілсең жеңіліңдер, бірақ өмірді ешқашан сынбаңдар. Алға қарай жүре беріңдер. Аллаһтың бізге берген нығметі, мен осыдан өтуім керек болып тұр. Әрине, Аллаһқа шүкір, мыңда бір шүкір. Осындай жарақатпен, осындай нокдаунмен кеткеніме. Қарсыласым өте тәжірибелі. Басында шоу жасаған болатынмын сіздер үшін. Оны көп жұрт андай ішінен қабылдап қалды, бірақ ол да жақсы спортшы көзінен көрініп тұр қандай екен. Енді бұл менің соңғы жекпе-жегім емес. Әрине, мен оралам. Егесе мықты болып. Жаңа развалкада отырған кезде Жалғас бауырым екеміз бір жерде айтады, біздің лагерге қашан келесің деп. Менен сол қателік енді түсініп отырмын. Бір залдан шықпаймын. Алла бұйыртса алдағы уақытта сол жаколармен барып еркінішпен айналатын боламын. Анашым, жаным, қарап отыр қазір. Келіншегім қарап отыр. Сіздерден кішігірім ренішімді білдіріп отырмын, ренжімеңіздер деп. Иә, келесі жолы екі есе мықты ораламын. Алматы Арена бүкіл келген жанкүйерлерге, сіздерге алғысым шексіз. Аллах разы болсын. Және де міне жанымда тұрған өзімнің братаным, туғанымда өліп кеткен ағам Нұрбек аға осында мүмкіндік беріп жатыр. Аллахқа мыңда бір шүкір. Нұрбек аға, енді алдағы уақыттарда жекпе-жектер беретін болсаңыз, мен қабылдауға дайынмын иншаллах. Ассаламу алейкум баршамна. Теледидардан көріп отқандар, осы жерге жиналып отқан қонақтар. Жұманды енді білесіңдер, мен ең біріншіден Жұманның анасына үлкен алғысым айтқым келеді. Осындай батыр жігітті дүниеге алып берген батыр анамызға көп-көп рахмет, Алла разы болсын. Жұман ешқашан жекпе-жектерінен бұрылған бала емес. Любой соперникті берген кезде осымен төбелесесің ба дегенде төбелесем, ешқашан бір рет те таңдап көрмеген. 2013 жылдан бері найза бірінші турнирінен бастап айырып келе жатыр. Кеше ғана осы бір жарты жыл бұрын тойы болды. Мен саған өзіңе бір Маңғыстаудан бір пәтер аласың дедім ғой, Құдай қаласа бір комнаттық пәтер сені Ақтауда күтіп тұр, жазда аласың. Ал енді мен жерде мына MM Group деген компания сенің жекпе-жегіңді көріп, ол ұтылса да, ұтылмаса да, ұтса да менен бір пәтер деп айтқан. Сонда мына мөлдір қарындасынан Астанадан бір пәтер бауырым. Сенің рухың үшін, сенің осындай мінезің үшін, сенің осындай еркектік үшін бауырым. Бауырлар, қолғапты бекерден бекер ұстап тұрған жоқ.
Енді үйдедік, Аллахтың қалауымен үйге де жеттік. Енді осымен осы мансабымды аяқтаймын. Деп, қалжың айтамын әрине. Әлі менде хардкор бар, намат бар. Нұрбек братаннан енді кішкігім. Анда бір брейк өтетін, брейк өтетін соперниктер іздеймін. Мына балаң еңбек білінбейді. Жандарбек, міне осы жігіт осы хардты полный составлять ететін. Сіздер үшін әрқашан зрелищный жекпе-жектер көрсететін. Жандарбек, рахмет бауырым. Өзімнің Сақпро тим командама, Дәулетке, Динараға, артындағы ініп келе жатқан іншектерге барлығына алғысым шексіз. Көп сөйлет деп сөкпеңіздер, бұнда мүмкіндік келе бермейді. Ендігі мансабымды спортта да Серік Ноянның орнында да алып жүретін боламын. Рахмет. Ардақ жанкүйерлер, Жұман Жұманбеков, қошеметтеріңіз. MMA Group, Мөлдір ханыма, Алла разы болсын сізге. Қошеметтеріңіз.